яркофокусный проектор с высокой яркостью изображения. Сегодня на распаковке проектор ViewSonic PS501X+. Он поставляется в фирменной коробке. Внутри также находится шнур питания, кабель VGA, пульт дистанционного управления с батарейками и встроенной лазерной указкой, кабель HDMI, CD-диск с информацией и вся необходимая документация. Перед нами короткофокусный XGA проектор, способный проецировать изображение с разрешением Full HD и диагональю 100 дюймов с расстояния 124 см. Короткофокусная проекция делает удобную работу с этим проектором в небольшом конференц-зале или учебном классе. Даже на небольшом расстоянии проекция будет крупной и четко видимой. При этом проекционный луч не будет мешать докладчику, а докладчик не будет отбрасывать тень на изображение. Другая отличительная особенность данной модели – высокая яркость в 3400 люмен, которая позволяет просматривать контент при солнечном свете. При этом срок службы лампы составляет до 15 тысяч часов. Это чуть больше полутора лет активной работы. А за высокий уровень цветопередачи и качество изображения отвечает технология SuperColor. Панель управления с кнопками и световым индикатором и регулятор фокуса находится на верхней крышке устройства. А на задней панели можно найти большое число интерфейсов для подключения. Два аудиоразъема, порт HDMI, два порта компьютер, порт VGA, порт RS-232, порт мини-USB, видеопорт и порт USB. Кстати, у проектора есть динамик мощностью 2 Вт. Для учебных целей его будет достаточно. А вот опции беспроводного подключения тут нет. Подводим итог. Проектор ViewSonic PS501X+, подойдет для небольшого конференц-зала или учебного класса. У него яркая лампа и большое количество интерфейсов для подключения, что позволяет работать с разными типами устройств. Из минусов стоит отметить отсутствие модулей Wi-Fi и Bluetooth.